локтем, так сказать, приезжать. Александр, я даже не знаю, это вообще как это, нормально-то, да? Ну, вполне, раз это принесло победу, о чем здесь можно говорить. Я имею в виду правила, хотя какие правила, мы же боим без правил. Мария Григорьевна из Пашатарана. И вот мы сейчас... Около 30 минут они сражались. Это Алексей Глызь, я так понимаю, против... Вторые полчаса. Пляж уже. Ну что ж, а мы видим молодых заряженных ребят в хорошем весе. Ну, Алексей Глызь и Таран. С такими уже, да, волчьими глазами, можно сказать. Настоящие матерые звери. Ну, сейчас они будут друг друга. Парни хоть рубать, рубать будут. Да, достаточно рубать. Часто встречаются и на соревнованиях участвуют. Готов? Набираются опыта. Сейчас посмотрим, кто из них, так сказать. Поставит жирную точку в этом деле. Раз, мимо. Хорошо ушел от удара. Прошел немножко в корпус. Попробую уронить. Очень быстро сблизился тогда, аккуратно. Отлично, отлично. Удары на отходе. Ну, не было бы точных ударов, не попаданий, да. Размашистый удар, Александр, ну что делать? Да. Глызь, на самом деле, высокий парень, мог бы бить с дистанции. При его длине рук... Ему хочется вот сделать именно, может быть, решающий боковой удар красивый. Колени там в ход пошли, смотрите, да, неплохо. Какой-то такой борцовского вида, да, самбо прием, бросок через спину. Так. О. И снова будет красиво там подняться. Посмотрим, стоечка называется. Хорошая защита плечом. Очень хорошие провалы такие делают. Таран не достает просто рукой. Вот Глызь, а это обмен хорошо. Джебами. Удар правый проскочил мимо. И вот он опять оказался за спиной. Так. Удар коленом. Но жесткий. Воздух. Ну что делать? Опа! Шлепок по уху куда-то, в шею. Ну, да, одно попадание из такой серии. Это, конечно, не очень высокое качество. Ну что делать? Что делать? Проверка. Я, может быть, шлепок долетит, как говорится, но нет. О, хорошая вертушечка попытка, была. Да, удара с разворота. Тут тоже воздух. Раз, аккуратненько его положил подсечка. На землю. Так. Да, передняя подсечка. На середину, правильно. Да, сейчас очень неудачная будет. Сейчас позиция, конечно, неприятная, потому что все-таки Александр окажется сейчас внизу, и очень неприятно ноги уже сверху, шея чуть-чуть прижата, боюсь, что будет оттяжка, и ах, вот даже вот так вот, он хочет закончить это дело в стойке каким-то образом, да? Опа! Неплохо, плохо, да? Плохо, плохо отворачивается, мне тогда коленом попадает, хороший бросок, забивание, канат, очень хорошо спрятался за канат, молодец. Хитрец. Красиво, красиво ушел за каната, Саша, ты видел, да? Он бил по канатам, а тот спокойненько был. У него сечка там на правом веке, на верхнем, я вижу, да. Но, однако, самообладание он не теряет. Опа, ручку-то смотри, а ручку-то нет, пытался держал, закрутить. Да. А пытался не закрутить вытянул. Ручку. Хитрый Таран набрался. Молодец, опытный. Ну-ка сейчас посмотрим, что Таран делает. Нет, главное не отворачиваться. Технический арсенал у него, конечно, вырос. Опа, есть, оплюха прошла с левой. Попытка какая-то завалить. Удары все слабее. Опа, и... молодец, хорошо уходит от ударов, Саша, смотри, да? Да, но не хватает точных ударов тому и другому бойцу. А вот сейчас добивание было неприятное, конечно. Чик-чик. Еще левый. Молотящий удар. Опять за канатами. Молодец, слушай, руку как-то подвязал. Да, пытается, прихватывает. Даже... Не дает работать. Защищается, молодец, защищается снизу, хорошо. Так, силы. Опа, удар мимо, еще мимо. Коле... Да. Опять завалил. Опять завалил, да. Опять завалил. И сейчас будет добивать. Добивает. Закрылся хорошо. Молодец, закрылся. Отлично закрылся. Все четко, смотри, да, Саш, прижал локоть, не дает ничего сделать. Умеет работать в стойке и в партере, конечно. Удары в защиту. Опа. Владеет активной ударной техникой и техникой защиты. Хотел схватить его за нос, ты видел? Сливку хотел ему сделать. Саша, как в детстве, это так неприятно было. Сливка у нас запрещена. Сливка запрещена, надо сразу пресекать это. Что, Таран устал всего 2 минуты. Боже, что-то тяжело он очень стал. Пар, о, вот это хороший правый прямой был, да. Отворачивается, и коленом его бьет. И коленом опять, и канаты. Ага, удары пошли более точные, смотри, опять более завязал тяжелые. Руку, опять завязал руку, не дает ему ударить. Смотри. Молодцы, парни. Вроде проигрывает, но так, знаешь, аккуратненько так проигрывает, потихонечку. А вдруг, как говорится, да, еще-то но сейчас руку выхватит. У нас нет сломает. Вида спорта, где можно проиграть по очкам. Это не профессиональный бокс, да? Согласен. Это был шею, более шею, чуть не отдал шею сейчас. Мог бы, конечно, попасть вот в эту неприятную ситуацию. Мог бы слагательное наклонение, и оно здесь роли не играет, Александр. Мог бы, если бы да кобы. Да, во рту росли грибы, как бы для него знакомые. Согласен.
Согласен, согласен. А здесь есть жесткая действительность. Ну что ж, да, очков у нас нет, у нас есть просто годы победы. Что-то все убой, ты идет 3.5 минуты, и что-то парни подустали оба. Ну, Александр, это песок. Песок это очень все, конечно. Ну, они знали, куда они выходят. Александр, я пока не секрет, что здесь все это будет. Пока по пляжу иду до моря, я уже отдыхаю потом в конце. Вы же понимаете. Ну что ж, хороший джебчик еще держится. Есть, отличная плюха. Опа, удар справа. Размен активный, да. Колено опять за перекрутка, за голову. Жестко. И ручку, смотри, украл ручку. Опа! Вот она рука, смотри, головного как. Все, если сейчас. Да! Вот это кризис! Смотри, рука-то ушла и не отдает. Смотри, прижал. Перевернулся, да. Чуть-чуть не хватает. Ну, устали, парни, конечно. 4 минуты прошло и. Ой, молодец, слушай. Не дает расслабиться сопернику, не дает ему, так сказать, полной победы. Типа, дружок, извини, чуть-чуть зазеваешься, и я тебе руку-то оторву. А таран, конечно, растет по сравнению с прошлогодними летними боями. У него технический арсенал заметно увеличился, усилилась и мощь ударов, и точность. То есть сами видели. Спортсмены, такие люди, они растут каждым днем, если занимаются. Ну, в их возрасте им 20 лет, у них все только начинается. Тем более парни сами хотят своего роста. И сейчас они взяли оба тайм-аут, небольшую такую техническую паузу, потому что надо им восстановиться обоим, ну, заодно и песок смыть. Эх, молодость. Прекрасный, ребят, возраст, 19 лет. Хороший рост. Все еще впереди, да. Хороший рост, 180 сантиметров, ударная техника, конечно. Бешено, но уже удары стали слабее, и с ними легче бороться, уже уклоняться. Все-таки сейчас закончится, я думаю, что все в партере. Посмотрим на продолжение. Обмен ударами, опять захват. Эх, удар снизу неприятный, тарану достался. Сам дает хорошие удары боковыми, смотри. Опа! Колено проходит, но опять таран молодец. Вроде как и проигран, но все равно вяжет. Действует очень технически грамотно. Занимает, да, свою позицию. Рука, нога, смотри, опять. Эх, дай-ка ручку тебе сломаю, пытается он, так сказать, пробует, сказать, да, батчеру. Так, опа, и ножку отдай. И дай-ка я тебя добью, молодец. Не сдается, молодец. Устали, парни, опять 6-я минута пошла. Бьется до последнего. Открыли перчатки, удар был. Боковой надо бить. Надо бить боковой, конечно, ему как-то все-таки практиковать. А то он как-то уклоняется, вниз смотрит. Ну что делать? Растут ребята на глазах. Да, кто кого сейчас? Смотри, опять отдает руку, опять молодец. Удивительный факт. Один отдает, второй не может дотянуть. Да, когда батя все-таки вытянет эту руку, уже в конце концов просто победит этим захватом. Опа! Пятерка! Вот цели, да. Дожал. Вот красиво. Это молодец. Ты смотри, да, он расслабил соперника за 5 минут, за 6. И сказал, ну что, дружок, расслабься, молодец. Я тебя все равно потихоньку вытащу. Не мытьем, так катанем, но он достиг. Закатал, Саша, закатал руку, закатал. 5 сервных баллов свою. Молодец. 5 баллов, красавчик. Супер, молодец, супер бой. Проиграл вроде по ударам, да, Саша? И по каким-то там, не знаю, оказался и внизу много раз. Да, падал. И показывал, смотри, рука, я ее схватаю. Смотри, рука, еще раз схватил. И вот на третий раз он ее схватил уже и все. И заломал ее. Пятерка ему, конечно, за это. Красивый бой, техничный бой достаточно. Молодец, достойно. Таран молодец. Я думаю, что его, так сказать, теперь оппоненты это учтут. Они будут его пытаться, так сказать, с ним возиться долго и как-то ему там отдавать какую-то позицию, руки, ноги. Потому что парень-то, конечно, хваткий, согласись. Да.